Спасибо, это по-фински. Нам сегодня большая честь познакомиться с этим человеком. Мы еще его послушаем. А сейчас он просто будет разговаривать, а мы слушаем. Ну да. Засмущал. Потом ВКонтакт выложу. Так что расскажите немножко в двух словах о себе. Ну что тебе рассказывать? Сколько? Играю на пианино, на гитаре. Учился на духовика. Страница ВКонтакте, мне в друзья. Все понял. Короче, я буду цепочки искать. Визит куда? Это просто как бы свободное такое творчество самовыражение, да? Вот здесь вы выступаете сейчас и радуете людей. Собственно говоря, я, да. У меня основная работа вот в отеле «Европа». Угу. Ну там я... Да ну что, да, здесь без галстука, можно сказать. Вот, вы единственный приличный человек из нас. Особенно я про себя не говорю. Самый неприличный. В свободном режиме, так сказать. Спасибо большое, очень приятно. И здесь вы выступаете редко, то есть в отеле «Европа» основное место, а здесь вы редко. Это репертуар, в принципе, вот то, что вы сейчас поете, но везде одинаково. Нет, в отеле «Европа» я там в основном играю джаз, блюз. То есть, даже джаз. Джаз. Нет, вот именно джаз, блюз, то есть, именно вот такой репертуар. Вы играете или еще и поете? И пою, да. То есть вы из джаз-банды? Нет, я сам по себе. То есть у меня микрофон, рояль, то есть. На саксофоне тоже умеете? Нет? Трудно немножко. Ага, ясно. Ну что ж, успехов вам не только творческих, но и личных, финансовых. И главное, здоровья и многих лет добрых-добрых. Вот как наш друг Влад обычно делает, как только что его выдали, он поет многие лет. А может сейчас попробуем? Давай. Давай, уже пора, время, все, камера вставлена. Итак. Скомпонировано. Итак. Не проблема. Многое лето.
Вот это правильно. Многое лето. Что вроде не уходи, побудь со мной. Спасибо, это очень да, я чего на колдовку. Можно, знаете, говорить, как вот там новгородская архиерейская. Без конца ему многое лето, без конца ему многое лето. Нет. На что архиерей? Так это вот крест. Новый условный холодный дорог. Ведь мы,